13 команд и 4 возрастных категории. Правила игры простые. Команда должна отыграть 10 минут или набрать максимальное количество очков – 16, или же иметь разницу в 8 мячей. Большой опыт получаю из этих игр. Вообще очень интересно сыграть с каждым, с каждой командой. Ну, очень нравится. Соревнования по стритболу в Димитровграде проходят уже в 10-й раз. Мы проиграли, но мы боролись, пытались выиграть, но в концовке не хватило, немножко устали и проиграли одно очко. База, его преимущество в том, что во дворе есть один щит, одно кольцо, и ребята могут собрать команду, в команде по 3 человека играет одновременно, поэтому он не требует большой площадки. В субботу победители отправятся в Ульяновск на областные соревнования. Марина Антуганова, Анжелика Бровинок, «Наше время».